Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 21 и 22 серии сериала «Лиса». Случайно встреченный лисой русский испанец Гера таинственным образом оказывается связан с несколькими преступлениями в прошлом. Он указывает на такие детали, которые могут быть известны лишь тому, кто совершил эти преступления или присутствовал при их совершении. Лиса утверждает, что Гера – медиум. Он может видеть события, происходящие за много тысяч километров от него. Но в это материалист Максим не готов поверить. Между ними разгорается нешуточный конфликт. В беседе с Лисой Гера рассказывает о том, как много лет назад его впервые посетило видение о смерти девушки. В его описании Лиса с ужасом узнает, что это было, по всей вероятности, убийство ее подруги Тани Кочатовой. Премьера 21 и 22 серии сериала «Лиса» состоится 1 октября на ТВЦ.